Доброе утречко, добрый день или добрый вечер, мои дорогие. У нас сегодня воскресенье, 18 июня. Вчера шел дождь вечером, а точнее на ночь. Сегодня у нас пасмурно, мокро. Боня доедает свой завтрак. Шумно очень. Бонь, там уже все закончилось. Боня, ты скушала все. Мы пообедали. Сейчас помою посуду. У нас Тимоха ночевал у родителей Игорька. Сегодня его нужно будет забрать. Чуть позже заберем. А еще ждем заказ с продуктами. Приехала доставка продуктов. Сейчас покажу, что заказали. Самая главная задача была заказать мороженое. Хотели поесть мороженое. Посмотрела мороженое в метро. Метро шеф. Без заменителя молочного жира, так, здесь не знаю, видно, нет, 15% жирности. Попробуем, вкусно или нет, 2,5 килограмма. Также заказала еще наше оренбургское мороженое, Уренмилк, рожок с карамелью. Тоже вкусненькое, хорошее мороженое. Гречка. Я уже заказывала гречку Ара. Очень нравится. Она, смотрите, какая темненькая, такая прям зажаристая. Не разваривается, не получается прям такая вот разваристая каша. Очень вкусная гречка. И недорого. 47,99. Мороженое стоит 1000 рублей. Вот это ведерко. 999 рублей. Рожок 60 рублей. Молоко в метро было по акции «Наша оренбургская летний лук». Решила его заказать. Ультрапастеризованное. Не раз говорила уже. Еще раз повторюсь, мы берем... В основном всегда ультрапастеризованное молоко. С ультрапастеризованного молока кофе вкуснее, каша вкуснее, блины получаются вкуснее. Ну, на мой это взгляд, чисто на мой взгляд. По моим наблюдениям делюсь с вами данной информацией. Мне кажется, получается все вкуснее. И заказала кукурузный крахмал для того, чтобы в ближайшее время... Не знаю, правда, когда. Планирую испечь шарлотку. Но шарлотка у меня будет не с сахаром, а с медом. С добавлением меда. Когда буду печь, обязательно с вами поделюсь. И вот как раз в том рецепте, где вместо сахара используется мед, добавляется для чего-то кукурузный крахмал. Ладно, позже попробуем как-нибудь испечем. Я вам покажу, что получится. Вот такая у нас покупочка сегодня вышла. Еще чуть не забыла. Заказала также соль пищевую, помол номер 1, то есть мелкий помол. Здесь килограммчик 28 рублей. Это вся наша на сегодня покупочка. Спасибо за внимание. Мы поужинали, а теперь будем дегустировать мороженое. Да, мы с папочкой, да? Да, я попозже. Ты попозже. Почему варюшка попозже? Потому что клубничку в шоколаде варюшка кушает. Играю. Мам, рыба, будем вместе рыба быть. Фрить. Включаем? Смотри, полушарики симпатичные. Я тебе тоже так потом положу. Ладно? Если положить так сверху, да, кому-то просто шарики. Ну да. Как будто ложечкой для мороженого накладывали. Вот такая красота получается. Ноготочки с тобой пострижем? Бонечка. Тихо. Сейчас смотри, некоторые какие длинные уже. Сиди. Тихо. Да не бойся. Не труси. Не бойся. Я ж тебе больно не сделаю. Бонь. Аккуратненько, хорошая моя.
Готовимся подрежены. Кусь, ты что охраняешь? Боню? Боню охраняешь? Я сегодня решила поэкспериментировать, взяла филе грудки индейки, маленький кусочек, потому что хочу посмотреть, какое же мясо все-таки получится. Готовлю по такому рецепту впервые. Помыла филе индейки, пропитала бумажными полотенчиками, чтобы с мяса не текла вода. Добавила приправы по вкусу, паприку, сушеный чеснок, куркуму, черный перец, соль. Немного положила меда и соевого соуса. Все это перемешала и сейчас отправляем в духовочку. Запекала я индейку 40 минут в духовке. Не крутила, не вертела, как положила, так она у меня и запекалась. Вот такая она у меня получилась. На ужин я приготовила нам куриный супчик. Вермишельку варила отдельно для супчика. Намыла овощи. Сейчас их порежу на тарелочку и пожарила семечки. Я Вайбер только написала, у меня здесь еще одна грязь. Мне, наверное, еще вот этих звонках вот так вот записывали. Да? Да. Мы сделали скотч вот сюда и вот сюда. Где будущие деревья были, да? Да. Так художники хитро делают. Ага. А вот эти мы потом сняли скотч, вот это нарисовали все остальные. А цветочки мы взяли палочки до ух. Для ушей, да? Для ушей, да. И сделали желтым серединку, а потом белым. А как же так красиво получилось? Вот небо, вот эта размытость на небе. Мы сначала белой краской, а мы этим спонжиком чем. А, точно, да, ты говорила, спонжиком. Облака и вот это делали шпонжиком чем. Чтобы вас на шпонжик похож. Это как кисточка, да, какая-то там? Ну да, как типа на палочке губка.